Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Тверской области в результате реализованного комплекса мероприятий в центральном районе областного центра были задержаны двое выходцев из Средней Азии в возрасте 21 и 24 лет. При личном осмотре в присутствии понятых у каждого из задержанных были изъяты полимерные свертки с порошкообразным веществом в количестве 8 штук. Как установили эксперты-криминалисты, в свертках находились наркотическое средство героин общим весом более 10 грамм. В ходе проведенного обыска в квартире, арендованной задержанными, полицейские обнаружили и изъяли 274 полимерных свертка, внутри которых также содержалось наркотическое средство, предназначенное для дальнейшего сбыта, а также предметы, используемые для фасовки наркотических средств, упаковочный материал и электронные весы. В результате проведенной экспертизы экспертно-криминалистическим центром управления МВД России по Тверской области было установлено, что в изъятых свертках находилось порядка 650 грамм героина. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что задержанные являлись так называемыми закладчиками, которые намеревались сбыть наркотическое средство бесконтактным способом на территории города Твери. Именно с этой целью они прибыли в Тверскую область. Злоумышленники расфасовали готовый наркотик на разовые дозы и собирались спрятать их в различных частях города. В настоящее время в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении фигурантов следователями регионального МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.